вторую песню. Таня попросила меня спеть обязательно. Значит, вообще, Танюшина отношение к войне уникальное, потому что, кроме того, что ее отец прошел всю войну, она так воспитана, ну, это, наверное, наше поколение, потому что мой дед и отец тоже участвовали в войне. И все те, кто не вернулся, это те люди, которые, в общем-то, дали нам с вами возможность сегодня здесь быть. Так песня называется «Солдат», стихи Геннадия Иванова. Пехота за снежным склоном ушла на метельный закат, а в поле ночном и холодном остался солдат. Он умер не сразу, он долго лежал на горячей крови. Он думал, для жизни, для долга собрать еще силы свои. Когда понемногу стемнело, спокойные звезды взошли. Хотел он разбитое тело поднять от земли. И видел лишь ворон, летевший, скосивший на воина глаз, как жадно тот, но безуспешно локтями разламывал нас. Закат, а в поле ночном.